Шитер-Айленд. Да, уж точно. Так, сейчас я пока заходите. Тут такие Макри и Филлипс. Угу. Макри стоит уже. Короче, они там вроде 5 флагов отдали гуаранцам. Охуеть. Груши забрали один вроде как. Они, сам не помнит сколько точно, как со слов. Помню. Грушники такие. Пиздец, сэр, мягкие. Че, 5 на 6 играем, да? Да нет. Да с чего Терра, Бобор, Энди, понятно, Сеча. Еще Тартату не хватает. Команда молодости нашей, блядь. Да. Всех старперов собрали. В городе не хорошо играть сейчас. В городе хорошо, поэтому не в городе. Да даже тут, блядь, закемпериться есть где. Да тут еще больше мест. В смысле, на самом деле меньше. Меньше. Главное в глаза не ебстись. Они лучше в домах сидят, а в зеленке они сидят как клеоны. Надо их будет только разглядеть. То есть не алговать, да? Нет. Но... Доходим, получается, где-то 40% карты пробегаем. Кемпиримся. Вот, блять, пока. Точно не грохнешь кого-нибудь, потом уже можешь идти дальше. В зеленых это справа маяк, и уже оттуда нужно отстреливать. Там одновременно приходим. Пидарас, блядь. Гэндон. А кто со мной по праву будет ходить? Я вот сейчас и думаю, Филлипс, получается, мельницы ходит. В да. Любой из игр Магриди, получается, в любой из игр маяк. Я с Хаммера, может? Я да. Правоцентр. Ты с Хаммерком. Маяк, получается, сейчас... Нет, Хамерок, сейчас это слева. Слева? О. Да. Там мельница. Мы за зеленых. Не, левый центр. Филлипс, лево совсем. Макриди получается полностью. Или, подожди, Макриди, ты как обычно ходил? Правый центр получается? Да. Так, Маквари-то с тобой? Край, будешь пока... ходить? Какие-то... Окей. Смотри, кстати, Маквари, внимательно, okay. Они очень любят плавать. Вот прям очень. Так, знаете даже что, Филлипс, пока не будешь алговать, сядешь на этот, на арке. Угу. Смотри, получается, не вперед, а в бок. Так, наискосок. Типа, в сторону маяка получится где-то там прострел. Что место такое пидорское, его тяжело ковыривать. Знаешь что, Камерок даже в пизду пока лево. Давайте пока без лево, иди тоже справа. Совсем право, ты и Маквари. Макриди право-центр, я центр. Филлипс пока сидит на арке, пока не разберемся, что да как. И все. Что, лево вообще открытым оставим? Пока да. Там полево не очень удобно проходить, в любом случае. Да нет, полево тоже удобно. Но пока давайте вложимся вправо. Ок. Если что, будем передвигаться. Так, бугоры у них обычно ходят. Кто? Терра обычно сидит же в баронке. Раньше Тартата, бугор да. Обычно на полукемперске сидит. Энди частенько в дома залазит, ну, бегает. Жора. Жора вечно жора ползает плавает, через блин, жопу. Гендон. Жопожоры. Кстати, ты какой пароль, чтобы помнить от тренировочки этой? ESMK, да. Пидорский, блядь, пароль. Надо 6 единиц или 1 единицу. Или 1488. Ну да, хотя бы так уж. Баб-баб.
Оп-оп-оп. На фрост решил заговорить. Что Тера и Жериха по пинг такой же приятный, блядь. Они же с подзалупи. Не для клаплогина. Блять, не я дальше, дальше этих ебаней, нет? Да. Чёра живёт на одном ну, у них гома интернет. С логином. Европейцы, блять. Там супер деревня, что-то хотел. Ёбаный свет. Странно, что у просто интернет не через Китай. Даже он у меня через жопу интернет через тоже, Китай? Блядь. Через Китай в Америку, из Америки в Европу. Я ты шутишь, но... блядь, через Китай, блядь, карту что никогда не смотрел, блядь. Да ладно, где Франция? Там, блядь. Там, возле Китая. Китая. Западная Сибирь. Через Монголию. Там, где людей не было. Казахстан. Западная. Монголия, европеец, блядь. Монголия. Там, где примерно одни болота. Вот смотришь на карту, да. Видишь там болото, болото. Знаешь, болото. Там просто... Болото дохуя. Это... Сервак, закрой. Пока рано. У них еще один не зашел. Не, как начнем. Какой пароль ставить на канал? 6 единиц. Угу. Хуя у него, блядь. 200. Нужно, кстати, да, лактест точно провести с 200 пинг бегать. Знаешь, что кстати, 150 вроде максималочка же. Бы четко, если тут в натуре этот был, как говорится, этот. Ограничение по пингу. Отлично, растликом. Я пойду глянуть, какой максимальный пинг. 150. Да нет, в принципе, тут чудо ёбаться тоже. На РМС-то точно нет смысла. Тут до всяких клоунов, типа Егоров, там можно за это выебсти, блядь, да усёром. Проверить, конечно, как он умирает, насколько быстро. В пизду все эти лак-тесты, они всё равно не помогут. Вариантов с серваками нет, поэтому это пустая трата времени. Да, на самом деле, это вообще, там, по сути, ничего не говорит. Ну да. В конце концов, это лак-тест, вот, блядь, вот, я просто включаю закачку после него, и, как говорится, лагал, как и прежде. И не парю мозги, блядь. Если это прям такая специальная херня. Как эти страйбатцы, блядь, делали? Ну, помнишь, два человека, да, у них чуть-чуть подлагило. То есть, вот, ты стреляешь, секунда проходит, он умирает. На лак-тесте ничего, блядь, не было. В таких, кстати, типов лаги могут сильно помогать, когда так там кто-нибудь будет бежать к углу, или, блядь, хоть даже в кустах, у тебя он может на секунду как бы пробежать мимо, и ты это просто увидишь. Или просто, блядь, повесишь ему височек в этот момент. Арма все равно. Да, ну, досчитает пулю. Ты по нему стреляешь, а потом разворачиваться, еще и тебя убивает. Только после этого умирает. Ну да. Ну, а вот новичок. Док Эмпти. На, блядь, победитель зашел. 228. Ага. Просто, блядь. Пиздец, ну ты, блядь. Австрия, Австралия. Поспорим фильм, даже не знаю, что такое 228. Знаешь, такое 228? Что же? Ёбаники. Только что, как говорится, нашел в интернете, да? Да. Загуглил. Ебальники, ебальники. Настраивайтесь на игру, бембрята. Вообще, я буду поросить, ты чё? Селиться, радоваться. Да-да. Хорошее настроение, Хайнера. Спорим, Хаммера не затащит? Скорее всего. С NPC-шками не надо расслабляться. Вот кто-кто, вот они могут внезапно проскользить. А плыть, блядь. Так, просто за зеленых, блядь, или занимай какую-нибудь гому позицию, на такую неявную, или занимай тогда этот дом, блядь, за флагом, помнишь? Глухой, который. А я, кстати, занимаю ты дом идешь перед направо. Флагом. Не, ты идешь направо. Я пойду по право знаю.
Фрост, знаешь, ты... Я тоже право. Попробуй занять дом, который напротив флага, как мы идем со спауна. На втором этаже просматривай чисто флаг. Я вас так спрашивал на тренировке. Подожди, зеленый, зеленый. У нас ведь ров, да, получается? Да, все правильно. Да. Кстати, Фрости, знаешь, какой вариант еще неплохой? У гаража. Да. Угу. Слышь, Родик, не по краю, по праву? Да. Ну, там, плюс-минус. Не, ну, по краю просто не пропускайте. Вы вдвоем там идете. А Макриди куда? Я право-центр. Че, берем флаг, что потом делаем? Они собранятся? Зависит от того, как пойдет. Громкость нахуй на максимум. Пидоров, блядь, слушать. Не мешай, сейчас не время сейчас. Куб. Быстро. Целый. Короче, я на подход. Давай. Функция не синяя, мы зеленые. Наша? Нет. ДПХ? Возле мельницы. Так, попытаюсь пока помочь с ним. Я в руинах пока. Я у маяка, он поможет. Так, на моей. Филипп живой? Да-да-да. Смерть видел откуда? Отключен. Не знаю. Кто кого? Правый человек. Это я! Нет, там враг. Блять. Как ты там? Я тебе сказал, я у подножия маяка, блядь, смотри. Так, один слева отсюда. Убил. Прохожу дальше. Вот это как видите, убили. Все далеко? Я у маяка умер. Угу. Кто справа стрелял? Слева стрелял? По мне. Ранили. Где-то с центра даже. Да, с центра. Блин, жора еще. Глухой. А, красный. Все чисто будет. Пробегаю в флаг. Так, в центре подходит. Пока кемперюсь. У нас у флага есть один. Арка. В арке один. Поняли. Жор уже где-то за маяком должен быть.
Ну да, я его посмотрю пока. Кто сейчас мимо флага пробегал? Я справа. Мы с Хаммером. Мы с Хаммером. Тише. В центре бежит. Вижу где. У бетонных труб рядом с маяком было движение. Он убежал к маяку. Кидай гранат на маяк. Центр. Центр. Где наш центр? Взорвём чуть. Да, чуть взорвём. Не коробка? Недалеко. Нарки убили? Нет. Кто в кустах сидит? Встань. Это... Да, все. Не видел цвет. Но моя кепка не высовывается, я не смотрю. Я пробегаю к маяку, я уже близко. Ладно, к руину пойду. На камнях на маяке слева от него. Что меня пугает, ребята? Блять, лагерок. Одного ура, снял. В арке снял. Угу. На маяке кемпирит Джерика. Блин, мне бежит. Снял его. Все, четко. Проходи справа. Прохожу пока дальше. Бежать. Пробежал мимо флага справа. Так я центр около сгоревшего. Движуха на центре. Макрит, ты где? Уже пробежал маяк. Справа стоял откуда-то. С края. Там и слева еще один. Высматриваю справа. Я у маяка. Так, за сгоревший один перебежал. Гранаты свои? Да, я налево перешел. Это сгоревший, который? Да, это за сгоревшим. Убил? Подхожу ближе. Гранаты, отлично. Справа так, один где-то. Справа возле водонапорки бегал. За наборкой. Так, где-то на камнях за наборкой. Сближаюсь. Отлично. Я напротив их стою. Иду дальше. На флаге сидит док, если не ошибаюсь. Энди я давно не видел. Бугор еще не появлялся вроде как. Не, бугора я уже видел гранаты недавно. Да, сечу за камнями справа.
ко мне со стройки. Из застройки откуда-то оттуда. Понятно, а возле флага. Я возле флага уже. Блин, от флага слева дом на втором этаже. Вот он и гибелит флаг. Слева охуял. От флага. Через кусты хуй. Короче, один топает. Стройка. Сучара, блядь. Маклитер там еще остался. Да я пока буду прохожу справа. Слева от флага. Через наш флаг прохожу. Так, на майке наша есть? Нет. Я в руинах пока, справа. Я около Урала подхожу. Слева наши есть? Я сместился слева на центр. Оп. Вот меня слева. Макреди, точнее. Я не понял откуда. С красного. Да, у красного тусит один. Маклары, ты в камнях? Да, я в камнях у маяка. Блять, у мельницы. Кто у маяка еще? Я не у маяка, я ближе к центру. Враг. Я только с базы бью. А, Жерка, у бетона этих труб. Пробегаю справа флаг. Он пробегает где-то у маяка. Бугра слева снял. Проходи, Филипс. Большой сейчас справился. Дорогой себе гол. Иди налево. Оба. Налево? Окей. Нет, Филипс. Я умер. Камнях, что ли? Метр. Спрыгнул и умер. Слева от флага прохожу. Жора спустился. В канал? Все, там убил. еще один справа, их двое было. Кто-то мимо меня сейчас пробежал. Я слева. Слева. Я слева. В канаве пробегусь. Энди, кем тоже тебе? На камнях пока сидеть. Нет, проходи. Вроде я больше в центр смещаюсь. Угу. Слышь? Хорошо, смотрелся. Хорошо, камера, он еще. А кто он справа?
Я... Маклары и... Нет, Маклары слева. Маклары слева теперь? Да. Камера, он там где-то еще кемперит. Понял. На Мельнице есть враг? Слева наша есть. Да, есть враг. Ранил. Кидаю гранат на Мельнице. Наша слева есть. Так, да, тогда нет. Я обратно. Ага, слева у нас там. Это не наш стрелять? Ладно, блин. Так. Бил его? Да. Все, бегу дальше. На этой. Че один ко мне? На Мельнице есть наши? Нет, там враг. Маклитер. Где взрыв гранаты был, Мак? Понял. Он прям за Мельницей сейчас проезжает. Граната, граната! Она меня не задела. Но я ранен. Так я залез на маяк пока. Я буду подальше. Че ты скажи, где он, Филипс? За Мельницей был на камнях. Центр был. Сейчас у коричневого центра прошел. Вижу его. Лег. В центре. Сидит. Так, сейчас выясняйте, близко. Двухэтажного дома. В центр? Да. Маклари, ты жив? Нет, я умер. Центра! Есть выход. Выходить. Пробегаем им флага. Это лево было, да? Лево Мельница убил одного. А Жора где? Смотрю центр. Один справа по берегу идет. Еще у них. Прикрываю. Тут по фрагам можно выиграть, да? Да. Да. Хотя не уверен. Пробегаю флаг. Так, на центре кто-то подходит. Красный. Кинул фрагу. Ты еще на маяке? Да, я на маяке. У них слева на спавне. От левого дома в руинах. Мельница чиста? Чисто. Да, как ты это убить, даже не было. У меня тут слева хуярит. Слева в камнях, да, чтоб смотрел. Найти не видно нихуя. Чуть дальше красного. Прошел ближе, правее. Справа, около камней, где-то.
У маяка есть кто? Ой, у мельницы. Я сижу. Тут у меня... Блядь, подбегает. У нас справа есть кто? Слева еще один на мельнице. Камер спустился. Живой, живой. Двух снял. Ранен. Они пацаны были справа спустились. Кто в доме двух так? Я. Блин. Я же говорю, я снял. Все, я бегу. Это ты. Лагерок, дверика, все таки Спортировал. Сейчас отлично. Отлично. Ага, видел. Четверых сняли только что. Прохожу. Я у разбитого в центре. 10 минут осталось. Тайм 10 минут остался. Проходи просто разок. Иди в центре. Да. Слева резко вышел один в руинах. Стреляйся, нам он тебя не наснёт. Справа глухой макреди видел? Не, я с другим, ближе к центру был. Их до красного контейнера наши все? Я красного убежал. Я меня заметил, блядь. Я через стену убежал. Право центр. Я у сгоревшего слева. А сломанный центр. Я понял. Кто-то возле него есть что? Или что, нет никого? Я слева возле... за мельницей. Хаммер, ты у водонапорта? И я у воды. Возле него респа есть то? Нет. Далеко я. Ну, блядь, Рудик спросил. Да ёбаный Лёлик, блядь, звонит. Идиот, блядь. Блядь, центр. Блин. Бугор слева с респы вышел за камнем. Я в нам. Бегу. Я пока на флаге посижу. Все, просто завалюсь, потом на флаг. Я сейчас на флаге посижу. Да-да-да, бегу за тобой. Смещаюсь в центр. Бля, роб! Там что где-то должен быть один. Ты на камнях справа? Да-да-да, слева. Нет, я слева. На камнях? На камнях сечь. Справа на камнях. Сечь. Штольц, ты где? Я в центре. Блин, я набираю.
не попал по нему посечь. Куда он ушел? В центре по мне ебашит. У мельницы враг. Снял. Прохожу дальше. Джерик. Нет, да, дальше. А, я с ним разменялся. Слышь, как поздно высветил, что я с ним разменялся. 200 пинг. Да пиздец. Вроде я побежал. Беги. Ай, Фрости обратно. Хотя нихуя, 5 минут пошли. Сечи, сечи слева. Сечи справа где-то, да. Если как бы не сдвинулся справа на центр, блядь. Ну, Ром, пройти, посмотри, где он. Давай, подбегай тогда к флагу, да, сечи. Штоф. Проходим. Ты тоже просто. Даже Жор должен быть, слышишь? Да Жор убил же. Да Жор так умер, от него еще бежать. Ого! Энди, хотя Энди еще нужен, а здесь пошли на флаге. В разрушенном доме в центре кто? Вероятно, враг. Граната. Вот там, где граната, там кто-то ага ходит. Блин, я пошел зачищать. Сука, справа далеко пока еще. Слева на респе бугор сидит. Блять, справа Жора близко. Камни, маяк. Убил в разбитом. Снял. Еще бугор или сечет. Бугор далеко слева. Сечет. Да, слева по мне. Сечу снял. Вяжусь. Подхожу к флагу. Бугор где? Слева у камней. Рядом. Кто сейчас подбегает, знаешь? Бегу на маньяк. Ой, на минус. Я пробую взять флаг. Тихо! В рот, блядь. А. Блять, граната. Бугор прошел. Понял, где он, Макриди? Бугор у мельницы. Да. Где он? Мельница, понял. Пробуй. На улетел. Пробуй, пробуй брать. Там еще долго были. Там похуй найдешь. Блин, просто втроем. Это? Нет, это не. Кемпирин, салат. 2 минуты мы чисто физически не успеваем. Закемпирить так, чтобы набить больше фраг. Два фрага больше. Больше нужно. Кемпирю авто. Кемпирю флаг. Хожу слева флаг. Хантер. В арке кто-то есть. Хантер. И я. И чуть слева от него еще враг. А кто
Кто над аркой пробегал? Я на арке сейчас. Ура, ура, двое, двое. Принято. Одного снял. На камнях, на камнях. Блять. Подходите к флагу. Я смотрю. Смотришь. Лагер. Я его спитал, слышал. Просто по нему. Последнюю секунду, сука. Ладно, еще во вторую надо будет вложиться. Сейчас. Блядь, 2-9. Я Жору же просто стрелял 15 пуль, после этого он так умирает. Который раз уже было. Сейчас в туалет убегу. А если мы берем флаг? То мы выигрываем. Угу. Если мы его доносим. Скриншот. Сделайте скриншот. Блин, а по фрагам выигрывали-то? Где это мы выиграли? На смерти даже больше. А, что это? Что-то тухлый в этот раз Рудик даже отыграл. Да я, блядь, тоже не особо. Тут все эти пидоры кемперить, блять, будут. Пиздец, так хуёво отыграл. Ты в групповой Макриди написал? Ну, да, уже все. Меняйте страну, ничего не меняйте. Штольц, админ. Сейчас еще нужно перезапустить. Он отошел. Ну, то, что бля, как меня убили, вообще не понял. Просто как будто через стенку въебали нах. Кажется, они приятные, молодые. Так что, может, поменяем сторонами, нет? Смиси нужно перезапустить. А, перезапустить. Тут. Она еще не перезапущена. Перезапускай миссию. Нужно было запись вырубить. Запись чего? Просто запись. Чтоб в случае чего претензии были на самом деле. Да не надо претензий. Очко. Все, сейчас нужно краснеть и вытащить. Иди.
Фрости тут? Макриди, Филлипс? Тут. Я тут. Маквари, Хаммер? Маквари тут. Фрост? Все-таки, блядь, с лагером тяжело, блядь, когда так лагаешь. Да-да. А, Хаммер тут? Да. Че, как сейчас будем идти? Так, сейчас. Че у нас получилось? Могут подождать, блядь. Че, блядь, не могут подождать? Лёлик, ёб твою мать, звонить посреди ёбаной игры, это вообще просто нормуль. Такой я спешил и ехал, и пиздец, нахуй. Молодец, что. Я тебе хотел сказать, что 6 минут выбыл. Молодец. Все, звали ебать. Просто ты пока тоже в обороне. Получается, слева на маяке Макриди, и давай Маквари, Филлипс и Хамерок давай справа. Mm-hmm. Тебя знаешь что, первый разок, Фрост, пошли. Mm-hmm. До первого раза. Я буду чуть позади просто. Блять. Головы уперс. Центр, да? Да, да. Помните, они все разделены. Они зеленые еще. Где-то справа стреляли в центр. Угу. Нет, ты расстрелял от Хантера. Тихо. Которого сгоревшего. Блять, центр стреляет еще за Хантером где-то. Убил Джерика на центре. Спасибо. Мельница есть один. У Рейнер свой? Слева. Я прошел к Хантеру. Хожу. Я у Руинер за маяком. Пробегаю к разбитому. Кто на маяке? Парку смотрите. Нарки никого не вижу. Я ворву. Макриди, ты где? Я уже спустился в... Смотри, сейчас не буду. Так, подхожу к их. Бугор на мельнице. Мельница? Мельница, бугор. Слева идут. Где бугор? Где меня? На вершине той. Кинул гранату в сторону.
подарки. Он на флаге снял. Так, раненый. Я бегу, ты крой. У них два защитника еще. Еще Энди и Кон. Нижнего, нижнего. Слева не. Блять, ты. Блять. За... Вот здесь на флаге. На стороне, справа чуть-чуть, то есть, да, справа. За флагом скайл, флаг. Блин, справа на стройке. На стройке. Или... Кто на стройку идет? Кто на стройку идет? Бугор идет. Чем мне броняться? Убил, да. Слева Энди. Буду на порте. У меня есть ничего. Будет, может, коробочка перед флагом. У них на флаге наши есть? Я справа на стройке. Меня штурмуют. Уходит слева перед флагом. Поднимаюсь на арку. А двухэтажный дом перед флагом. Разменился на стройке. Убил. Беру флаг. Возможно, вы уходите перед флагом. Это че? Легко. Перед флагом двухэтажный дом, второй этаж. Да все, у нас никого там больше нет. Филипп следом. Я на арке. Отстрелю их пока. Я в руинок снял. Блять, чего еще? Блин. Где на... Слева на маяке. Вот на маяке Энди ходит, значит. На арке есть боец. Он лег. Подбегаю сзади. Хантеру их нему. Не я, у него глухого за хантером, по-моему. Ко мне у маяка. Я тебя подожду. Ты ползаешь, подвези. Снял бугра на камне. Он вроде пусто. Нет? Нет. Глухой хомерок, правильно. Давай. Там Энди где-то сидит. Тихо-тихо. Сука, внутри сидит, блядь. Да, блядь, сгорел. Он был ебануть. Он вышел из него, а я перезаряжался. Проходит по центру. Ты пока не наблюдаю.
Я возле рыбы. Я сижу пока на арке. С центра где? Откуда стреляет? Да ебаный рот, убить этот чёрт. Да, на маяке прям. Макрин, не зря ты пошёл в центр, там был вдвоём маяк, что в рву у них сидит один. Пробегает маяк. Пробегает, да? Да. Откуда ты знаешь? Ты же умер. Вот там нет. Джерика снял мне на арке. Там несколько секунд слышно вражеский. Джерика свалился. Где взрыв у маяка, там был Саша там. На мельнице есть кто-нибудь из наших? Камер где? Справа еще коробка. Терру убивать? Давай, проходи. Да, Терру убивали. Да, убивал. Давно. Вот уже где-то... Ну да. Я слева от флага. Кера, справа. Кера. Бегу. Глухой обдал. Не видать никого. Я к право к карке подхожу. Я у него в гараже. За одиночным справа. Так, слева убрал. Сечи, там, слева убрал. Сечи должен чистить. В моем доме. Понял. Где я был? Справа. Я настроил. За справа. Гаражом кто? Кто за гаражом? Я проверю. Блин. Духой. Убил Эндрю слева. Бери. Там двое, гараж. Слева в гараже. Сечь. Глухой. Побыстрее. Тройку собираешь. Гаражи один. Один гаражи. Терра в арке. Всех выбили. Хаммер живой еще или тоже? На помощь. Лечусь. Маклари, в глухом перед флагом сидит. Да убитый, сечи. Нет. А, убит? Нет. Должно, но. Сечу. Нет. Сечь ни разу не умер. Он был фон перед флагом. Может сместиться. Брал. Крити. Да не убил он его. Ну, проходи просто тоже. Двухэтажный дом перед флагом. Киньте туда гранату. Гранату нужно кинуть, да. Бегу, блядь. Иди, стрелял. До него. Глухой враг, глухой враг. Где? Сечь справа. Справа? Он глухой, из глухой стрелял. Кто, который деревянный такой? Нет, который на флаг где просто. Мельницу кто-нибудь проходил?
У нас справа на флаге был один. Плохо. Должен урон не хожу. Так. Тоже подбегаю, блядь. Закинь. Убит, убит. Давай. Одиночный. Бегу. Стройки. Я бегу, крой. Пофиг, я бегу. Тройку убрал. Нет, там за флагом слева, сейчас стреляет. Убрал. Еще один строй, по-моему. Хожу по левому центру. Блять, слева. Слева, понял. Направо лучше иди. Уже? Хожу в ров, хожу под арку. Бегу к арке, подбегаю. Какой? Я у флага. Они сейчас вернут. Возьми. Ладно, два тача. Это уже два тача. Да, что держит даже броня? На, нет, надо давить. Сейчас уйдем в оборону, опять, блядь, нас прижмут. Да. Пока сейчас просто один. Да. Я на маяке жду. Ты на маяке? Да, я на маяке. Окей, подбегаю уже. Прохожу через наш флаг. В настройках графики, как убрать вспышку от выстрела? Сильно. Пусть знает. Никак. Блядь, это все. Справа в руинах. Ой, слева. Так, демонтируй ниндзя. Так, я пока через флаг бегу. Ты на флаге просто? Первый был перед. Нет. Ты дальше пошел? Нет, я еще вот тут. Все, пошел. Я вроде меня. Может, ты меня слышишь? Пока оставайся. Да, справа от маяка. Четко. Осечка. Я в руинах там. Сечи возле должен быть мельница, точнее. А ты сейчас меня слышал, Макс? Нет, я вот сейчас я потоптался. Бегу красному. Нет, от мельницы. Блять. От мельницы тоже. Он же. Он в ней или около? Не знаю, я хотел налево сместить. Тоже надо закемпериться, отбиться быстренько и въебать опять нахуй. На центре минус. Там бугор. О! Справа. Уже двухэтажный, не мельница. Первый уже должен пройти хорошо. Че, я мимо флага буду бежать через минуту. Саш, смотрите. Да. Рядом. Терра. Рядом возле флага справа, у камней. Подхожу. Бегу. А, у меня Энди откуда-то минуснул. Напротив маяка у руин. Слева. Я справа от флага, двухэтажный. Косил тебе, Ром. На флаге. Еще один, еще по городу должен быть. Наверняка на флаге? У города, перед флагом. Давайте речи подтягивайтесь. Я засяду в ворота. Где-то там, я не видел его. Я засяду в ворота. Мы возьмем его право дома. Убит. Убит. Еще один где-то. Да сейчас они уже все подтянулись, да.
еще справа? Бежит. Я справа. От респа вышел. От бандита справа. Слева от флага сейчас прям. Так, я слева сижу, пока не понимаю. Слева сижу. Блин, он прям. Справа. Нет, отлично. Жора должен быть еще. Пацаны, не знаю, если не пошел. Пошел атаковать. Сечь, может быть. Давайте. Так. Я пока гляну, у тебя за... Так, у тебя за дом. У меня, да? Горевший наши. Жора. Так. Справа от флага далеко, и Жора по центру получается. Жор убит. Нет. А нет, Жора не убит, это я убит. Я пока здесь. Тоже на флаге сижу. Пройдите кто-нибудь справа. Кто за флаг? Я справа от флага. Где граната взорвалась. Тут кто-то закемперился. К центру подходит. Жора. Возьми его дом, кто-то бегает. Я. Подхожу с респа слева. Граната справа. Кто слева стреляет? Центр, ран. Кто слева к флагу подходит? Я слева. У стройки или на стройке? Гранатом. Кончились. Справа. Кто-то подходит спереди справа. Двое справа, близко. Один, да, у глухого справа. Все, вижу. Еще один, спалили, еще один у стройки. Терра. Убил Терра. Все, хорош, пошли. Только четверо убиты. А я не... Нет, бугор и Энди еще. Нет, бугор только умер. Пока просто ты бежишь? Энди слева у нас. Слева где он? Еще сеча, но я не знаю, где он может нападать. Пока останься на секе. Да. Пока не убьете. Пока не яско, блядь. Уже едет, но... Кто-то возле моего дома пробегает мимо. Я справа. Подхожу к орву. Кемпи был лагерь, у него кинг был по 200. Пересёк лагерь. Я мимо флага иду. Оп, убил его. Нормуль. У меня есть. Справа стрелял откуда-то. Своего. Видно старт. Угу. Я слева побегаю его. Оп. У меня старт. Старт, да. В центре Терра. Понял. Прохожу слева от флага. Лечусь. Бугра справа снял на арке. К Уралу подходит враг. Я Урал тоже. Сейчас Жору должен пойти. Не, Жору только ёбнул. У него еще секунд 30. Энди слева должен быть.
Я в сгоревшем махнем. Справа у меня здесь топает. Филипп смерт. Справа на Энди перед маяком. Он наш там заходит на сервер. Ну. Ломается. Спасибо. Где Энди? Еще раз. С их стороны перед маяком. Бро, давай смещайся налево тоже. Вложим свой. Я и так хожу. Да, блядь, что нас убивает? Нарки двое. Жару по центру. Нарки еще один. Нарки, это я, это я. Ну, рынок справа. Слева, 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 не это я, по мне стреляют, блядь! У тебя за спиной, чувак! Прошел, убит. Смотрите, жору. Ох, блядский пиздец, я свалился. Пиздец, он к нам прошел уже. Где конкретно? Да убрал я его. Проходи, проходи. Дальше. Бегу. Лево, лево на Сэнди на маяке где-то, может быть ближе уже. Сейчас гляну. Он дальше маяка и редко уходит. Все, отлично, что пошли. Там, давай. Хожу корму. Вот. Либо на разбой не помню. Пошел ров, подхожу левое здание. Это... док эмпти в центре. Центр право. Принял. Так, я выхнул гаража почти. Я у флага справа. Как мои мельницы двое подошли. Одного точнее еще видел. По берегу идет. Один двухэтажный. Хожу кровь. Хожу кровь. Блять, убил тебя, только МТ чел. Вижу мельницы. Его. Попытаюсь взять. Справа проходит. Мельницу прошли. Беру. Беру. Берешь? Давай. Нахуй беги. Справа. А, ну все. Так, отстреливайте полностью, не спеши. Бегу тоже отстреливать. Пашка, понимаю, у тебя 2.5 минуты. Так, я остался на флаге тогда. Давай. Или лучше помочь? Нет, проходи, в принципе, они все на респе. Точно. Ты бежишь? Я никого не кину. Они выходят боками. Я слева перекрою тогда. Вправо кто-нибудь видит? Сяду на арку. Давай. Давай я сам снаружи. Жопу-жопу. Давай. Так, позиция скомпрометирована. Клиппер где у нас? Далеко? Кто возле флага? Я в центр просто. Кто возле флага тебе? Нахуй, блядь. Я у стройки. Нахуй. Да-да. Так, я на флаг забежаю. Давай уже, давай. Бил, бил. Я в разрушу. Проходи, проходи, проходи. Еще.
Я сейчас выбрасываю оружие. Нужно быстрее. Да нормально. У тебя время есть. Минута. Минута. Она может заканчиваться раньше. Все, я безоружный бегу. Что, это центр? Да, прям ебашу. Фу, прям жопа рот, блядь. Я люблю тебя, Фрост. Стройка один вышел. Право. Еба. На, как спидигонщик. Ну, просто такой долбоёб бежит. Арка один. Меня сняли на арку. Все, все остальные на флаг. Устройтесь, да. Все на флаг. Теперь все на флаг. Кто дальше прошел, оставайтесь там. Отстреливай. Я у них. Просто. Отстреливай. Может, я тебе еще раз флаг? Дач? Можно, если ты прям на флаге. Я подношу я через 10 да, секунд. Да, вот я прям на флаге. Один, блядь. Бегу. Полагаешь? Застрял, что ли? Да я башку себе. Наааа! Нормуль, блядь! Въебли, блядь! Скрины, скрины! Ой, фу, я думал... Я первую карту забыл сделать скрин. Ну, как говорится, одна из разрыв жоп, как мы, говорится, мы прошли, походу, да, с победой, блядь. Нормуль! Вот это прям вложились под конец им. Вообще по-нопски сыграл сегодня. Фух! Просто в очко засунули. Ну, пошли вверх, люлик, порадуем, блядь, ну, бах. Блять, в жопе потрескивания пошли, если честно. После такого. Тебе сложно. Кстати, да. Филипс у меня вчера сказал, что к 9, блядь. Я к 9 ехал, блядь, думаю, все нормально. Я всем покнул, 8 игры будут. А, блядь, а видишь, меня нет, нахуй. Ты мудишь. Блядь. Я ты всем. Со временем, блядь, путаешься, пиздец. Я ты пиздец, нахуй. С тренировкой, блядь, что-то намудил, блядь. Хуй кто никто не знал, когда. Что, институт? Фу, блядь, потная жопа да, тут... просто. Я пиздец, когда нахуй, приходил, вы играли в эту самую. Rainbow Six, я сказал, в 7 часов тренировку, ой, и... Блин, когда это было? 8? Так это победа, да, получается? То, что они победа, играли, победа, да, да. Победа, нет, победа. Тут считаются только флаги основные. А, вообще, да? Вот в субботу. Тачи или... Ой, блядь, присунули, прокрутили даже. Подожди, Рутик, победили, нет? Да, да, да. Да, да. Подкассу. Филипп, Филипп, затащили у нас, блядь. Я тебе прошу, ты со временем нормально определяйся, я ехал к 9, блядь. Почему нахуй 8, блядь? Полистай чатик. Какой нахуй чатик? Ты пришел, сказал, 9 и в 10. Я говорю, не хочешь, мы полчаса будем я сидеть, что ли? Да, я там намудил точно. Это вот вчера да, намудил, да. А сегодня, блядь, сегодня ты сказал 8, да? Нет, я вчера сразу же поправился, сказал, что 8. Вот этого еще, я вообще еще каждому лично покнул, что да, первая игра... Да, покнул, что 8, блядь, а сказал, что 9. А потом сказал 8. Или вы не слышали этого? Не, я вообще не слышал. Если было 8, я к 8 приехал, блядь. Я сначала посмотрел время. Блин, на самом деле, вот, а ладно. Жопа запульсировала, ребята. Я сегодня пораньше. Да пиздец, просто ну как? Жопа запульсировала. Ну под конец мы, конечно, прям въебали, блядь. Да, блядь, просто жопа разрывала. Супернацистский удар. У меня аж голова